Он, наверное, пошел в ванну. Это у него ванная. Да, смотрите, вода... Где он? Мой... О, нет, нет, быстрее! У-у-у! Где он? Я не знаю, где он. Ребята, валим, валим, валим. Что там бьется? Не знаю, не знаю. Быстро домой, домой, домой. Где он? Вон он за мной бежал. Сосед, ты чего? Ты же мылся там. Подожди, это он? О, как вылезти отсюда? Нет, нет, как? Нет! Ну что, что, быстро. Давай, давай, быстрее откроем эту заветную комнату. Ну что, ребята, вот заветная комната. Открываем, смотрим, что здесь. Всем привет, ребята! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами познакомимся с одним очень необычным соседом в игре «Привет, сосед». Я ни разу не играл в эту игру, не проходил никакие альфа-бета-версии, для меня это будет впервые, но я уже немножко знаю начало, что там нужно делать. А, так что, если, ребята, что-то у меня будет не получаться, вы мне потом пишите, подсказывайте в комментариях. Ну что ж, давайте начнем. Так, ребята, а получается, я буду играть за такого вот маленького мальчика, который только что подфутболил свой мячик. Здесь я, наверное, живу. Так, смотрите, везде дома. В эти дома, наверное, нельзя заходить. Да, в эти дома нельзя заходить. Мы идем дальше к нашему мячику. И где-то здесь еще живет соседушка наш. Очень хороший такой вот сосед. И вроде бы, ребят, живет он в этом доме. Так. О, какой я крутой такой, смотрите-ка, у меня борода. Подбородок такой прикольный, завиток. Так, что-то мы услышали. О, что за крики? Это сосед? Да, вон он, сосед в окне, ребята. Что он делает? Почему у него крики какие-то? О, усатый сосед. Мальчик, ты чего делаешь? Так, это мы крадемся такие. Посмотреть, что же там делает этот сосед. Конечно, он припарковался очень круто там свою тачку. Смотри, он кого-то закрыл там. На замок. Кто-то кричит там у него. Кого он там держит заперти? О, что, он увидел нас? Так, да я не могу. Он нас поймал? О, кто-то кричит там, ребята. Кого он там держит заперти? Нам нужно разгадать ту тайну. Смотрите, ключ. Ключ на втором этаже. Так, вверху дыра есть в крыше. Как у него там дождь не затекает в эту дыру? Так, и вот мы. Да, ребят. Этот дом соседа, он ходит там. А вот это, получается, наш дом. Давай-ка сразу зайдем в наш дом. Так, как-то так открываем. А, все, понял. Так, вот здесь живу я, ребята. Это рум-тур по моему дому. Смотрите, вот здесь я смотрю телек. Ну-ка, включим. Да, хорошие тут мультики показывают, сейчас передачи. Отлично. Что у нас тут еще есть, ребята? Всякие полочки, да, открываются. Так, телефон. Шкафчик. Я первый раз сам в этом доме, ребят, поэтому показываю вам свой дом и сам также его первый раз вижу. О, может покушать что-нибудь есть? Да, покушать, конечно, здесь... Мышь повесилась, можно сказать. Ничего вообще нету в нашем холодильнике. Так, в шкафчиках что-нибудь есть? Ничего нету. Так, а что, я один живу? Мальчик маленький живет один здесь? Ребят, ничего нету. Это кухня у нас такая. Да, все пусто. Шкафчик пустой. Ага, здесь ванная комната. Можно помыться. Ну-ка. Да, душ включили. Давай-ка помоемся. Ох, хорошо. Ух, вода холодная, правда. Все, выключаем. Так, это включается? Да, короче, все включается. Выключаем. О, туалет можно смыть? Можно? Эй, я хочу в туалет. О, ну ладно. Так, все, пошли. Свет. Да, включается свет даже. Видите, как у меня все хорошо дома. Все работает. Так, что у нас тут еще есть? Какой-то чулан. Откроем. О, открывайся ты, чуланчик. Так, здесь. Здесь коробки какие-то.
На втором этаже что-то есть еще. Так, книги, полочки. Свет. Ага, все работает. Пусть, ладно, пусть горит свет. Чтобы не так страшно было, хоть и днем. Так, ребята, это комната. Это я здесь сплю, что ли? Или что? Боут, смотри, усы какие-то. Картина усов. Нормально тоже, да. Так, двухспальная. Нет, это, наверное, спальня родителей. А это что такое? Что это такое? Я не знаю, что это такое, ребят. Все, бросили. Здесь лавочка, здесь вообще не могу понять. Это сюда, смотрите. Это сюда нужно садиться и любоваться на усы на свои. Ну, это, наверное, родители, это папа, наверное, этого мальчика, усы. И он сюда садится и любуется. Какие крутые у него усы. Кстати, у соседа похожи усы. В шкафчике ничего нету. И есть еще одна комната у нас. А, вот это вот детская, ребят. Смотрите, вот здесь я живу, я здесь сплю, сижу вот на этом пуфике. The family. Вот семья моя, смотрите. Так, а здесь где-то я. Вот папа, мама, тут еще, наверное, братья, сестры, короче, ребята. Вот это моя семья, я здесь сплю. Все понятно, отлично, круто. И вот батарея у нас тут есть. Тепло, чтобы было. Ладно, ребят, наш дом мы посмотрели. Теперь пошли-ка посмотрим, как живет соседушка наш. Смотрите, как он припарковал свою тачку. Ее можно открывать? О, можно, может еще поехать можно на этой тачке? Нет? Так, багажник. Заперт. Так. Короче, нельзя садиться. Да, сосед, конечно, умеет водить. Так, ладно, давай-ка вокруг дома обойдем. Газонокосилка. Ну-ка, где он? Смотри, у него какие-то картины, глаза. Какой-то он вообще непонятный сосед. О, он пошел. Тише, тише. А можем так вот посмотреть тихонечко, куда-нибудь запрыгнуть? Нет, не можем. Смотри, у него какой-то картины. Рот, глаза. Ну и цветочек. Усы тоже висят у него, смотрите. Здесь, наверное, модно вешать усы, как картину, так как фотографию усов своих. Так, ладно, что у него тут еще есть? О, тише, тише. Это он меня чувствует, да? Да, он меня чувствует, он где-то рядышком, значит. Все ясно, давай быстренько пробежим здесь. Он, наверное, пошел в ванну, это у него ванная. Да, смотрите, вот дай. Где он мой? О, нет, нет, быстрее! Где он? Я не знаю, где он. Ребята, валим. Что там бьется? Не знаю, быстро домой. Где он? Вон он за мной бежал. Сосед, ты чего? Ты же мылся там. Ты что, мокрый выбежал из душа? В одежде моешься, что ли? Все, пошел домой. Так, давай-ка забежим домой, как будто мы тут все, уже больше не хотим к нему идти. Так, это что за штука? Она берется? Нет, не берется. Зашел он? Да, дверь забыл закрыть. Ну что, пошли? Вон он пошел. Наверное, пошел в ванну дальше. Так, попробую зайти к нему. Он туда пошел. Вот эти провода какие-то идут. Граммофон. Что он валяется? Так, он здесь спит. Это печка у него такая здесь стоит. Что, он прямо здесь топится? Так, что здесь есть интересного, ребят? Книжки. О, фонарик. Можно взять? Подожди, это он? О, как вылезти отсюда? Нет, как? А, нет! Как оттуда выбраться? Нужно было, ребята, не знаю, там у него есть фонарик. Он нам может пригодиться. Так, ну что, там мы были. Где он теперь? Как-то смотреть, вот так. Он спит, да? Я слышу, он храпит. Пошли сюда. Вот, эта дверь закрыта, ребят. Вот это нам нужно ключ, который на втором этаже лежит, чтобы открыть. Что он тут ест? Картошку фри, наверное, кушал? Или что это у него? Смотри, он что-то тут заварился. А, это вермишель такая, быстрого приготовления. Кушает он, ясно. Здесь что? Это что-то гудит, холодильник? У него есть покушать что? Сосед, что тебе поесть? Ничего нету, ладно, закрываем. Смотри, бананы, шкурки валяются здесь. Сосед это вообще... О, что-то он ел. Хлеб у него здесь порезанный. Ел он. Короче, какой-то неряха. Все разбросал. Шкаф. А, сюда можно прятаться, понял. О, нет, не хочу я. Быстро вылазим отсюда. Пока он спит, нужно... Вот ванная. Давай выключим ему воду. О, тише. Это он проснулся, может? О, да что это такое? Что-то он не всегда ловит. Как он услышал меня? Так, ребят, мы там все посмотрели. Нам нужно как-то наверх забраться.
Так, наверх, Не-не-не-не-не. Так, наверх, наверх, наверх. Ребят, нужно как-то нам... Я знаю, что нужно на крышу залезть. О, смотри. Электрощиток. Давай-ка... Что, можно? Ой, я потушил его. Ого, подожди, он... Я ему свет выключил, я все выключил. Обесточил дом. Смотри, 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 что он делает. Бегает. О, за мной? Эй. Так, 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 прячемся за машину. Пойдет он включать, интересно. Он что, включил рубильник? Нет, не включил. Он выключен. Тебе что, электричество не нужно? Ты там не будешь смотреть телевизор, радио там слушать, а, соседушка? Не знаю, ребят, даже не включал ничего. Выбежал как сумасшедший просто и все. Так, вот сюда, наверное, можно залезть на крышу и вот туда попасть. Тихо. О, подожди, подожди, он на улицу вышел через окно. Он идет. А, он, наверное, сейчас включит все-таки электричество. Ну-ка посмотрим. Да, включил! Телевизор заработал сразу. Соседушка, я здесь просто играю. А где, кстати, мой мячик делся? Я здесь просто играю, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я не хочу к тебе домой забраться. Я не хочу разгадать твою тайну, соседушка. Что? Телевизор идет у него? О-о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 -
таким? Это клей? Смотри, я здесь замедляюсь. Каким-то клеем бросил. Ничего себе. Какой ты сосед, а? О, кстати, почта. Ну-ка проверим. Ничего нету. Ничего. Смотри, он зарядку делает. Разминается. Так, ладно, соседушка, зарядка это хорошо. Но иди-ка ты уже домой. Ложись-ка ты. Поспи, отдохни. Мне нужно на крышу залезть. Подожди, мы на крыше разобьем окно потом. Поэтому мне нужно что-то взять с собой. Пошли-ка домой. Так. Так, нам на крыше, я знаю, нужно будет разбить окно. Давай возьмем каких-нибудь предметов, вот эту штуку. Тостерницу, например. Должны ей разбить окно. Так, давай-ка тихонечко. Где он, надеюсь, не в своей комнате. Так, попробуем забраться вот сюда. А, сюда нужно что-то поставить. Так, 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 ребят. О, подожди, подожди! Я знаю, что нам нужно залезть как-то на крышу. И там потом разбить окно. Сосед, так, я иду домой. Все, не смотри сюда даже. Давай тихонечко посмотрим. Ну ты же он прыгает там. Что он делает? Что за сумасшедший этот сосед? Куда он пошел? А, отлично, туда пошел. О, давай возьмем вот этот мусорный бак с собой. Так, мусор нам не нужен. Так. И попробуем залезть наверх. Так, отсюда, да, мы не запрыгнем, поэтому ставлю я бак. О, тише, как-то тут не очень я поставил хорошо этот бак. О, можно и так залезть. Давай-ка его возьмем и переставим. О, вот так, отлично. Так. О, есть, залез. Он нам туда... О, слетел я как-то. Прыжок. Да что такое-то? Давай, чувачок, залазь. Опа. Все, нам вообще нужно в ту дыру попасть. Но сюда мы не сможем, хотя можно попробовать насобирать много коробок, сюда поставить и залезть. Не знаю, ребят, сначала сейчас поищем другие пути. Если не получится, то мы так и сделаем. Но пока что нужно туда перепрыгнуть как-то. Да, о, тише, он меня не увидел в окно. Нет, да какой-то он слишком резкий у меня чувачок этот. Давай, да. Да что ж ты будешь делать? Давай, залазь. С этой тостерницей бегаем здесь. Сейчас будем тостеры готовить соседу. Нашему любимому. Если он нас не споймает только. Так. Куда я запрыгну? Ага. Опачки. Так, он где-то рядом. Разгоняемся. Есть, есть. Я на козырьке. Вот. Вот эта комната, ребят.
Вот сюда мы можем попасть, да? Разбить окно. Что, бьем? Эй, как разбить? Эй, что, она не разбивает окно это? О, разбил. Тише, тише. Тише, сидим. Не услышал, что ли? О, нет, услышал. Прячемся, прячемся. Сюда нельзя залезть никуда. Он где-то рядышком. Он услышал, что окно мы разбили. Смотри, злится там, слышно? Слышно, что злится, рычит там чего-то. Это сам с собой говорит там. Это сумасшедший сосед, ребята. Давай тихонько. Есть он здесь? Нету. Смотрите, здесь какой-то вентилятор. То у него за рисунки там такие детские. Тише, тише. Где-то рядом ходит. Злится там что-то, злится. Смотрите, какой-то рычаг у него есть. Так, наверху что есть? О, тихо, 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 тихо. Где ты здесь ходишь, соседушка? Класс, смотрите, рот сфотографировал свой. Что за картина у него, что за фотографии? Что, все, нет? О, страшно. Страшно сюда залазить, ребят. Так, нужно сразу смотреть. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, где он? Это он на улице, может, еще ходил, нет? Это мне показалось. Там ляпает дверьми что-то. О. Кто-то успокоилось такое. Так, что за рычаг? Мы что-то открыли. Я слышу. Вентилятор. Это сосед? Он на улице? Он где-то на улице. Зашел в дом. Он где-то был на улице. Ой-ой-ой-ой. Где ты ходишь там? Соседушка? Так-так-так. Так, вентилятор как включить? Его как-то надо включить. Пошли коробку возьмем. Ой! О-о-о! Быстрей, быстрей, быстрей! Дорогие, Бардо жалапывать на мой накал. Личитец. Так, сюда идет, что ли? Прячемся. Где-то рядышком совсем. Где ты там ходишь, соседушка? О, все, нормально. Нам нужно сюда. Закрыто. Здесь что-то. Подожди, что здесь? А, вот дверь открывать. Ну, закроем лучше мы ее. Так, нам... Туда не нужно. Нам нужно вентилятор как-то включить. Давай коробку. Ну-ка. А чё он? А чё он не работает? Электричество куда идет? Сюда. Нам нужно сюда. Здесь что, свет? Я знаю, что здесь что-то связано с картиной. Так, рот выбросим. О, о, смотри, вот здесь проход. Ничего себе. Смотри, картина еще стала, стоит здесь такая. Ничего себе. Давай, ребят, смотрите, там проход за этой картиной. Ладно. Нам нужно как-то сюда. Вау. Вон электричество включается. Подожди, подожди. Здесь страшно. Но я спрятался за картиной. Не-не-не, валим, валим отсюда. Где он там ходит? Тише, тише. Ну что? Идем сюда, быстро. В эту комнату. Ключ. Так, желтенький ключ, это отсюда будет. Отлично. Что здесь еще? Быстро смотрим. Вот электричество. Вентилятор? Не заработал. Эта дверь закрыта. А, смотрите. Вот этот ключ, ребята. Нам нужно сюда попасть. Нам нужно попасть сюда. Что здесь еще есть? В коробках. Подушка. Ящики. О, подожди. Он здесь? Он где-то рядом. Нет? Где-то здесь. Вылазь, быстрее, быстрее, быстро, 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 быстро валим. Так.
Идем сюда. Тоже глаз висит. О, ключ. Еще один ключ. Красный. Красный ключ, ребята, это похож ключ от машины. Наверное, от багажника. Что еще здесь может быть? Коробка, вот это ведро какое-то. Все, больше ничего, что ли? Скейтборд. Мы можем его взять? Да, как-то можем, наверное, покататься на нем может можно. Эй, как? Что-то не хочет, ребят. О, клей? Или что? Чего не берет? У меня что, полный инвентарь. Это выбрасываем, берем клей. Это клей же, да? Не знаю, что ведро это тоже не нужно. Давай возьмем скейтборд. О, можно на нем кататься как-то? Эй, ладно. Так, ну что, ребят, эту дверь мы открыли ключом. Нужно теперь сюда. Давай. У нас есть ключ, похожий как на от машины, от багажника. Пошли-ка посмотрим. Так, подожди, он меня где-то услышал. Увидел. Стоит он, стоит. Так, валим быстренько. В дом, спрятались. Так, этот ключ нам нужен или нет еще? Я не знаю, давай его бросим вот здесь, пусть дома лежит. Так, клей, да? Давай-ка попробуем бросить. О, да. О, мы можем так ловушку соседу делать. Погнали. Что, попробуем открыть? Должно подойти. Нет? Нет, значит, ключ не отсюда. Подожди, откуда ключ? Ребят, я не знаю тогда. Не открывается багажник. Так, я выбросил куда-то этот ключ. Не знаю, может, нам понадобится еще. Ну, похож красный, как от машины. Может, у нее там еще какие замки есть? О, куда я его бросил опять? Так. Ладно, пошли попробуем в доме что-нибудь поискать. Может, здесь, кстати? Вот здесь чулан какой-то. Но замка нету, не открывается. О, здесь наверх. Вот нам нужно как-то наверх вот эту штуку открыть. Для этого нужен какой-то инструмент. Так, а там что у него? Подожди, там что-то у него хранится. Так, как-то посмотреть. Подожди-ка. Коробочку. О, смотрите. Там ключ. Там ключ, клей. Это вот у него все там хранится. Ну-ка, подожди. А как туда попасть? О, где он? О, а, вон там. О, смотри, чем он мне бросается в чем-то. Валим быстрее. Где он там? Где он? Ух, убежали. Так, ребята, вы видали, там ключ. Гаечный ключ, которым мы можем открыть двери. И забраться наверх на крышу, точно. Так. Где он? Где он меня так видит? Где он стоит? А, вот он где. Так, давай быстренько домой зайдем. Все, соседушка, иди тоже домой. Иди отдыхай. Так. Все, пошел. Бежали быстренько. Так, электричество, тут все нормально. Как туда залезть? Он здесь моется, что ли? Вода шумит. А, спать пошел, походу. Так, как туда залезть? Это, наверное, не залезу. Лопата стоит, клей. Какая-то еще штука. Но главное, ключ. Так, дверь, вот. Может, это... Так, вот с этой стороны там дверь. Он спит? Вот здесь дверь. Вон та дверь. Ну, чтобы туда забраться, вот эта дверь, ребята. Где мне такой ключ взять? Для этой двери. У меня только красный какой-то. Нет, этот не подходит. Но этот должен был к машине, по идее, подойти. У меня есть еще что-то закрытое что-нибудь?
О, здесь, он здесь. О, увидел. Ты так все окна себе разобьешь, соседушка. Сумасшедший соседушка. Так, ну что, я не знаю, что с этим ключом делать. Здесь он ничего не открывает. В этой машине. Здесь. Так, 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 так. За дорогой он меня, получается, уже не трогает. О, я попался в этот клей. А может... Я не знаю, что этот ключ может открыть, ребят. Честно говоря, без понятия. Смотрит. Ладно, быстрее домой пошли. Это он не уйдет так никогда. Все, пошел. Интересно, чего этот ключ? Красный ключ. Давай, давай, иди, иди. Какая у нее там, где еще есть дверь? Почему он не подходит к машине? Мне еще интересно. Итак, ребята, я перезашел в игру. И смотрите, начал открываться дверь багажника. Все, теперь работает. Я не знаю, почему тогда работало. Это какой-то баг был. Я специально перезашел и... Смотрите, что здесь лежит. Здесь лежит магнит. Это... Так, мы теперь сможем, я так понимаю, притянуть тот ключ, который мы видели. Так, где сосед? Все, погнали. Я не знаю, видите, игра хотя уже вышла, релиз, но все равно много тут проблем. Так, 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 где-то он меня услышал, увидел. Бросается. Быстро, 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 быстро убегаем. Фух. Так, спрятались. Вон он. Ну-ка, что можно притянуть? Ну-ка, ну-ка. Чайник. Класс. Сковородку. Сковородку можем. А, с яичницей. Поесть бы хоть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ладно, нам нужно идти разгадывать тайну соседа. Погнали. Все, мы сейчас возьмем гаечный ключ. Потом откроем ту дверь. Полезем наверх. И заберем тот ключ другой. А зачем там всякие рычаги, я вообще без понятия, ребят. И вентилятор тот зачем? Подожди, подожди, нужно повыше, наверное. Забраться. Да, все поломалось. Ну ладно, пусть так стоит. Еще возьмем пару коробочек. Главное, чтобы сосед сюда пока что не шел. Так, подвинули. О, ключ, ключ, давай сюда. Пусть будет у нас ключик. И как-нибудь... Так. Оу. Сосед тоже что-то там говорит. Вот. О, давай, давай, где магнит? Так, нужно, наверное, еще выше. Давай еще коробок. Так. Вот. Коробочку еще одну. Даже сосед идет. Вы слышите? Это сосед, что ли? Или это мои шаги так были слышны? Так. Так, мне нужно вот сюда еще коробку. Что-то она не очень хорошо... Стало? О, нормально. Нет? Не получается? Я тогда не знаю, что делать. Ребята, подожди, а чего нет? Не притягивается ключ? А он так висит, что он не притянется? Может, нужно его чем-то сбить? А чем его сбить? Ребят, я не знаю. О, 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 что-то я взял. Упало. Вниз. Эй, что теперь делать? Я взял какой-то лом был. Но он упал вниз. Все? Теперь что ли? Ну уже. Нет, ребят, ключ не могу взять.
И лом упал. А что с тем ломом мог сделать? Ой, еще какая-то штука. Иди сюда. Смотри, какой ключ. Это какой-то ключ. Откуда же он? От чего он? Это может отмычка? А, или вот от этой же комнаты может это ключ? Подожди-ка. Это, наверное, ключ от этой комнаты. Так, где сосед? Пошли, пошли, пошли. Да! Давай, 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 заходим. Открывайся, дверь. Берем лом. То нам нужно еще ключ. Что еще нужно? Все, валим отсюда, валим, валим. Так, что он там делает? Пылесосит, что ли? Ну что, теперь получается, мы должны вот это открыть ключом. Да! Да-да-да! Погнали, погнали, погнали наверх! Ну что, сейчас будет наш ключик этот красный. О, подожди, только запрыгнуть. Вот эта комната. Вот он ключ. Подожди, магнитом притянем? Не хватает мощности, может? Давай, притягивайся. Если я упаду... А, здесь подперто стулом. Я понял. Так. Что-то выбросить нужно. Не знаю, что. Так, у нас не хватает места, ребят. Я выброшу ключ от машины. В принципе, он мне вообще уже не нужен. Так, все отлично. Стул убираем. Так, нужно опять что-то выбросить. Так, берем ключ. Где ключ? Эй, где? Фух. Все отлично. Так. Валим, валим, валим. О, подожди, окно уже заделано. Что у меня тут есть? Да, бери быстрей. Бейся. Валим, валим. Так, где мой лом? Куда он упал? Может, он не пригодится еще. Куда его бросил? На улице, может, упал? Не знаю. Не вижу. Где ломик? Ребята, он мне пригодится или нет? Я не знаю. Он куда-то улетел. Может, в доме остался? Не видно нигде. Так, ладно. Ключ я взял. Пошли теперь в комнату. Вот та комната заветная. Тише, тише. Где ключ мой? Вот. О, сосед! Тише, тише, тише! Уху! Домой. Да, идем домой. Все, все, соседушка, я дома. Я дома, я уже почти разгадал твою тайну. Я сейчас посмотрю, что в этой комнате находится. Твоей. Что ты там прячешь? Только вот лом потерял. Не знаю, нужен ли он мне. Может, вообще не нужен, ребят. Не знаю, пишите в комментариях, вообще понадобится мне лом, который я потерял или нет. Ну что, что, быстро. Давай, давай, быстрее откроем эту заветную комнату. Ну что, ребята, вот заветная комната. Открываем, смотрим, что здесь. Опачки. Где я? Здесь заперто, ребят. Здесь заперто. Как же здесь страшно. Вау. Что здесь такое? Это что? О, проход какой-то. Это как бы стиральная машина. Но здесь замаскировано под проход. А здесь что за печка? Не знаю, что-то котел какой-то тут работает. Тут ничего не нажимается. Газонокосилка еще есть, лейка. Больше ничего нету. Ну-ка, давай зайдем. Дверь закроем потом. Вау! Где я нахожусь? Подожди. Это какие-то... Это домики стоят, картины? Смотри. Вау! Что здесь такое, ребята? Здесь кто-то спит? Чего-то пьет, кушает? Кто здесь живет вообще? А, вот лом, наверное, мне нужен, чтобы вот сюда попасть тот, гвоздодер этот. Смотри. Вау. Ничего себе, что у него здесь? Это подвал. Но здесь же закрыто. У меня ключ остался? Нет, у меня вообще ничего нету. Ничего себе.
Интересно. Да, как отсюда выбраться? Нужно было лом брать, наверное. Или что здесь делать? Не знаю, ребят. Ну что, ребят, давайте на этом будем, наверное, заканчивать. Вы мне, пожалуйста, напишите, что мне здесь делать дальше, куда идти. И мы обязательно в следующей серии пройдем еще какие-нибудь разгадаем тайны этого соседа. Я не знаю, что он тут нагородил, что он тут настроил. На сегодня это все, ребята. Если вам понравилась эта игра и этот сумасшедший сосед, то обязательно поставьте лайк. Также подписывайтесь на канал Cool Games, жмите на колокольчик, чтобы узнавать о всех новых видео, которые выходят на моем канале. Ну и до новых встреч, друзья. С вами был Паша, канал Cool Games. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока-пока.